Причина спешного возвращения царя в столицу была хорошо известна. Она волновала всю Европу. Царствующие дома ждали, какие действия предпримет весной-летом 1798 года генерал Бонапарт. Корсиканца ждал Нельсон в Гибралтаре, на рейде Севастополя Ушаков. Наполеон выбрал Египет. Обратимся во времени обратно. От свадьбы к сватовству. Перед нами так называемый невестин портрет великой княжны Александры. Сравним очень характерный народный костюм невесты с фрагментами картины, написанной в Тихвине, и увидим, что костюмы полностью идентичны. Все детали, их цвет, способ ношения, даже количество ниток бус на шее и камней в сережках соответствуют принятым в новгородской земле и в Тихвине. На могильной плите неизвестного отшельника или узника была изображена Адамова голова на костях. По черепу выбита надпись «Иоанн». Так в Тихвинском монастыре предположительно прослеживаются следы пребывания монарха Ивана VI.